Первые выходные декабря будут морозными. За сутки похолодает почти на 20 градусов. Сегодня днем было минус 1, минус 3, но, согласно данным гидрометцентра, уже к ночи температура снизится до минус 18 градусов. В субботу минус 23, в воскресенье ночью еще холоднее, 24 ниже нуля. Но морозы задержатся в Красноярске ненадолго. Уже в понедельник воздух прогреется до минус 1 градуса. При этом небо затянет тучами и пройдет снег. Отметим, что средняя температура декабря будет держаться в пределах месячной нормы. Около минус 16 градусов. В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют 18-20 градусов мороза.